В Одинцово состоялся финал всероссийских соревнований по боксу имени Иосифа Кобзона. В первенстве принял участие более 100 боксеров из 22 регионов страны. Победила команда Московской области. Ее копилки 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград. Первое общекомандное место – показатель высокого профессионализма, сказал министр физкультуры и спорта Роман Терешков. Он также отметил, что этим турниром мы чтим память великого человека, который внес огромный вклад не только в историю искусства, но и спорта.